Всем привет, ребята! И мы сегодня отправляемся в заброшенную больницу. Я знаю, что вы такое у меня любите. Это классный контент специально для вас. Сейчас очень холодно, но мы жертвуем собой и отправляемся именно ради вас в заброшенную больницу. Всем привет, дорогие подписчики Злобяши. Мы сейчас идем в жуткую заброшенную больницу. Короче, в этой больнице есть кнопочка вызова полиции. Если охранник просто ее нажмет кнопочку, приедет автобус Росгвардии и нас загребут. Классно, наконец-то у нас новый контент, наконец-то движ, я очень рада. Надеюсь, вы рады вместе со мной. Поэтому погнали! Итак, ребята, мы попали уже в больницу. Давай. Ну вы поняли, да, какая это больница? Все, врубай. Носить? Да, выключай. Пойдем. Это детская больница, тут умирали дети, тут ужасная атмосфера. В прошлый раз этого не было. Вау. Смотрите, как это выглядит, офигеть. Здесь ЧОП уже, да? Кнопка охраны, да? Вызов полиции. Вызов полиции. Просто на кнопочку нажала, приехала. Ну что, нажмем? Не нажимай сейчас, Дима. Пойдем наверх. Выключи свет. Давай здесь пройдем спокойно. Ну, включи. Я наверх так и стоит, пожалуйста. Это низкие кошачьи. Я думаю, охрана не запалила нас, потому что... Как вы поняли, я принимаю вообще жестко. Атмосфера здесь просто жуткая, на самом деле. Ну что, вода есть? Смотри, вода есть здесь. Раковина засоренная. Видно, что здесь давно никто не пользовался водой. Да, слышно, получается. Другую. Здесь просто пустые палаты, на самом деле. Так, ребята, что проверим, работает ли тут вода. Работает. И как вы любите селфи на заброшке, как обычно. Ну, если вам интересно, что тут. Здесь ничего нет. Пустая комната. Ну, тут будут чуваки прятались от охраны. Вау. Он заболел от фонари. Выглядит жестко. Пойдем сюда, Зоза. Здесь пустые комнаты, как я понимаю. Так. Вот аларинголог. Ну что же. Есть вода. Ого, тут классный светитель, ребята. Гигиеническая обработка рук. Что, ребята, где у нас тут постановы снимают? Посреди ночи закинулись в больничку. Это постановы, да? Все, выключаем свет, идем дальше. Сколько тут этажей всего? Ну, уже нет. Сколько здесь этажей? 4-5. Идем наверх, на самый. А там выше уже чердак тут. А это мы на самый верх пришли? Да. Выше уже чердак, все. Здесь нас не спали с этой стороны, да, на лестнице? Церковь. Да. Это отсюда переход должен быть. Блин, ребята. Кстати, походу на этом этаже или на нижнем. В каком идее попасть в действующую церковь? Датчиков нету, насколько я понимаю. Смотрите, как приколовая старая дверь. Смотри, комната матери и ребенка. Значит, здесь роддом был. Ой, Саша Сашенков, привет. Я знаю, ты смотришь мой канал. 18-го года. Здесь довольно-таки свежая заброшка.
Тут еще работает свет, вы понимаете. Вот, во все работает свет. И вода. Пауза, что-то осталось. Здесь осталась просто тумбочка, какие-то салфетки. Кажется, охранник должен нас испугаться, потому что стоп такой, вау, класс, здесь осталась какая-то кровать. Тут явно кто-то чилил и отдыхал. В этой заброшке. Смотрите, какая она комнатка. Что? Педиатр. Блин, здесь такой закуток стрёмный, на самом деле. Вау! Что-то есть и сохранилось, смотрите. Смотрите, ребята. Я не знаю, что это такое, но это здесь сохранилось. Там пусто, я еще просто какой-то, смотрите, какие-то плакаты. Посмотрите, как классно. Что это, кафедра какая-то? Пианино, что ли? Подожди. Ой, классно. Прикинь, закрытое. Закрытое пианино. Посмотрите, какое у меня состояние офигенное. И класс какой-то, просто класс музыки. Давай, покажи. Что вы умеете? Хлопай себе. Хлопай себе. Куда? Хлопай. Себе. Аплодисмент. Ребята, попадаем в такой интересный кабинет. Нифига себе, тут ноут сохранился. Ноут. Принтер, походу. Заклепки какие-то. Карандаши. Смотрите, какой новый чайничек. Целый архив. Такое ощущение, что отсюда просто какая-то женщина ушла и просто все оставила на своих местах. Колготки женские, ашановские. Какие-то женщины, какая-то ушла просто отсюда и все. И туфельки. Стаканчики отсюда. Ё-моё, это целое... Вещи умерших. Ты что взял? Ну, которые люди умирали, и они вещи себе забирали. Что это? Что это такое? Это что? Бантики. Зачем? Зачем бантики нужны вот эти? Ткань какая-то. Это кто-то резал специальный. Это какие-то юбки. Что это? Юбки, реально юбки. А нафига это нужно? А вот это что, тоже юбка какая-то? Зачем это здесь? Черная. Обратите внимание, все юбки черные. Неизвестно, кому принадлежали. А снизу белые. Смотрите, кружевное. Кружевная какая-то одежда. Непонятно, кому принадлежала. Ну, что-то мне подсказывает, что это вещи покойных, которые пациенты здесь умирали. И эти вещи просто себе присвоили. Давай сложим, короче, и уйдем отсюда. Смотри, это вообще... Это одежда на мальчика вообще. Она почему-то на камере выглядит синей, на самом деле здесь все черное. Что это? Какая-то плитошка от стула, что ли? Нахрена она в таком пакете тут лежит? Колготки. Раз, пачка, два. Носки. Совершенно новые, ребят, посмотрите. Да. Покажите. Губка для обуви. Все, ребята, мы это складываем и уходим. Если здесь нам делать нечего. Очень неприятное помещение. Шаги мы сложим, и мы валим отсюда. A few moments later. Так, посмотрите, мы, короче, вот в комнату попали. Детские вещи почему-то складированы. В мешках. Вот таких вот детские вещи.
Это очень жестко выглядит. Я не понятно, что они тут делают. Что это такое? Паллиативная помощь. Знаешь, что такое? Нет. Паллиативная помощь – это когда уже люди обречены на смерть и их кладут в отделение паллиативной помощи. И они доживают последнее свое время. То есть в этих мешках, походу, вещи умерших людей. Посмотрите, какие это мешки. Это вообще православные книжки, христианские. Правда о сквернословии и курении. Вообще не сектантские. Выпивки какие-то. Ну, это точно не ребенок. Сейчас, тихо, не ори. Посмотри, что это такое? Какие-то бинты. Что это такое? Это Библия? Библия. В ящиках пожертвовать. Пошли отсюда. Тут очень неприятно находиться. Вот тут? Очень неприятная энергетика. Что? Маски? Маски. Это же не только маски. 19-й год заброшенной больницы, а тут маски. Грелка. Мне что-то подсказывает, что это антисептик. Серьезный антисептик, понюхай. Тут гитара сохранившаяся. Детская машинка. Работает, да? Чехол и какая-то черная фигня. Может, не будем трогать? Мы поверили, что это баян. Я думаю, твои подписчики захотят, чтобы мы его потрогали. Потому что, я думаю, это фотошоп. Походу, ему уже хана. Короче, клади на место. Дима, клади на место. Это же все струны, походу, да. Ну, тоже такая вот уже. Потрепанная, надо настраивать ноги. Выход к охраннику. А? Выход к охраннику. Что? К охране выход. Нет. А почему здесь свет? Почему здесь свет горит? Чисто для внука. Ё-моё, какой криповый. Ты что, уже посмотрите. Ужас. Душ, туалет. Выглядит очень жестко. Вот там не камера, посмотри на стене. Иди сюда. Ребята, мы зашли в какую-то ужасную комнату. Проваливается пол. Тут все в тряпке какой-то странный. Посмотрите, просто дырка в полу. Это 19-й год. И самое прикол, что здесь, посмотрите, что. Я ни хрена не работает. Вот такая крепота.
очень неприятная энергетика здесь какая-то. Смотрите, вот горит свет. Ребята, здесь какие-то детские рисунки остались на стене и церковная лавка. Блин, к сожалению, я не могу вам прям жестко посмотреть. Все, ребята, мы удачно выбрались из больницы. Церковь мы не стали открывать. Там явно пахло церковными какими-то штуками. Я просто не разбираюсь в этом ладаном или чем-то таким. Там явно был переход в церковь. Как вы вообще думаете, это нормально или нет? Показывает церковь на YouTube-канале. Ну, она, соответственно, наверное, вряд ли заброшенная. Наверное, она действующая, просто там никого нет ночью. В общем, напишите мне это в комментариях. И если вы хотите, чтобы мы сюда вернулись и попали в эту церковь, то вы знаете, что делать? Надо ставить лайк, писать комментарий. Дима тут говорит, что ничего нам не будет за это, за церковь. Да. Да. Просто зашли. Просто смотреть. Зашли, показали. Ну, я не знаю, честно. Поэтому напишите нам в комментариях, что вы думаете. Подписывайтесь на канал Стронзум, с которым мы сюда гоняли. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. Больница была классная. Я очень люблю больницу, на самом деле. Напишите, как вы вообще любите, не любите. Хоть там было мало каких-то препаратов и всякого такого, зато там сохранилась атмосфера. Там сохранился свет и вода. Мало в каких заброшках это сохраняется, ведь вы постоянно мне пишете, что вот, у тебя странные заброшки, там это не заброшки, там есть свет. Ну да, там сохранился свет. На самом деле на улице просто ужасный холод, ужасающий какой-то, очень неприятная осень, и сейчас 3 часа ночи. Как мы сейчас будем добираться домой, я не знаю. Все это ради вас, мои хорошие, поэтому я надеюсь, что это достойно вашего лайка. Надеюсь на вашу поддержку. Всем пока.